ранку, рідне місто, місто корабелів. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Доброго ранку, шановні гравці. Вас знов вітає телепередача «Інтелектуальне асорті» на телеканалі «Миколаїв». І знов по традиції я надаю перше слово постійній ведучій гри «Інтелектуальне асорті», автору цієї програми та постійному керівнику клубу інтелектуальних ігор Університету Україна Макароновій Тетяні Олександрівні. Здравствуйте, дорогі телезрители! Я з удовольствием представляю вам наше жюри. Это проректор по формированию и развитию контингента Университета Украины Миряха Галина Ивановна. Заведующая библиотеки филиала для юношества ЦБС для взрослых Баранова Елена Александровна. И председатель сегодняшнего жюри, музыкальный руководитель детского садика номер 93, ведущая солистка вокальной студии городского дома учителя, лауреат и победитель вокальных конкурсов и фестивалей Ковалева Наталья Викторовна. Сегодня у нас необычная передача. У нас очень такой печальный сегодня повод. Ну вот исполнилось ровно 2 года. Как мы потеряли замечательного человека, очень талантливого, очень порядочного, достойного, красивого. Человек многократно был членом нашего жюри, играл за многие команды в Николаеве, очень много соревнований выиграл, очень многими титулами обладал. Это наша Женечка Ларионова. И сегодня в зале присутствуют как ее близкие друзья и родственники, так и многие люди, вот есть представители клуба «Виктория», с которым Женечка тренировалась и играла. Есть тут преподаватели Университета Украины, которые тоже за время того, что Женечка была у нас в жюри, тоже ее очень хорошо знали. И преподаватели музыкальной школы номер 2, которые тоже хорошо знали Женю. И вот сегодня спасибо большое людям, которые собрались почтить ее память. И сегодня у нас собрались такие команды. Команда «Шанс» – это Женечкина команда, в которой она играла много лет, и в ней играют и представители команды. «Асгард», в которой Женя играла последние 1,5 года перед смертью. Вот таким составом собралась команда на сегодняшнюю игру. Вторая команда представляет клуб «Виктория». Тоже в ней играют люди, которые играли с Женей не один раз и не один год. Команда «За третьим столом» – это команда, которая частично представляет детскую музыкальную школу номер 2. Тоже в ней есть команды, представители команды «Акапелла», с которой Женя много лет играла и многие чемпионские титулы выигрывала в составе этой команды. Спасибо отдельное Вадиму Хохлову, который приехал из Херсона сегодня почтить память Жени. И команда, которая представляет Университет Украины, в ней тоже есть и как преподаватели вуза, так и те среди них игроки, которые играли с Женей в одной команде и не один раз, и не один год. Команда играет под названием «Талисман». А сейчас мы приступаем к игре, и у нас с вами первый тур – это разминка. Порода кошки по имени Багира. Пантера. Склад муки. Склад? Амбар. Жажда поесть. Голод. Тара для кота. Не покупай кота. Мешки. Лавка с лекарствами. Аптека. Мука из косметички. Пудра. Перерыв по ходу пьесы. Антракт. Горшок под молоко. Крым. Спасибо от мадам. Мерси. Губы любимой в поэзии. Уста. Спасибо. 10 баллов. Команда «Виктория». Сорежиссер с финансами. Продюсер. Продюсер. Молодежная лихость. Удаль. Да.
Ступор при гипнозе. Подать. Транс. Книга в ранце школьника. Учебник. Поэма «Хвала». Ода. Королевская пианино. Рояль. Многоголовая змея. Гидра. Клич группы Любе. Атас. Музыкальная драма. Опера. Хозяин волшебной лампы. Аладдин. Спасибо большое. Правильно. Команда Аллегро. Пол и шар в геометрии. Сфера. Да. Конкурс подрядчиков. Тендер. Да. Номер повышенной комфортности в гостинице. VIP, люкс. Письмо без конверта. Телеграмма. Открытка. Да. Альбом для марок. Клясер. Судьи на конкурсе. Жюри. Птица Белобока. Сорока. Балерина Майя. Плесецкая. Народная традиция. Обычно. Да. Линейка в приборе. Шкала. Шкала. Спасибо большое. Перечень товаров. Каталог, да. Бардовский инструмент. Гитара. Переплет окна. Бегающий извозчик в Азии. Рикша. Коническая гора с кратером. Вулкан. Передача мяча партнеру. Пас. Игра в мяч ракетками. Теннис. Клич танцующего горца. Пас. Пас. Ноль в рулетке. Zero. Кухонная печь. Плита. Спасибо. 10 правильных ответов. Дорогі друзі, журі помітило цікаву закономірність навіть у назвах ваших команд. В них відчувається вже, знаєте, такий смак і відлуння перемоги. І відповіді ваші блискавичні. Просто ми вражені, задоволені і здивовані вашими блискавичними відповідями. Всі 4 команди отримують по 10 балів. Всі перевертиші були зроблені по мотивам пословиці. По одному? По 5. Плохого по многу. С постылым ады во дворце. Грязь залог болезни. Ненавидящих и дьявол ненавидит. Любящих и Бог любит. Да. Ненависть не капуста, не забросишь в дверцу. Любовь не картошка. Не бросишь за кошкой. 5 правильных ответов. Спасибо. Чужая сторона не бывает тепла. Своя сторона не бывает холодна. Да. Из-за хорошей дочери хвалят и мать. И хорошего сына. Да. Да. Труд отец добродетели. Лень мать всех пророков. Да. Богатство недостоинство. Бедность не порог. С бедностью из ада не выйдешь. С богатством в рай не попадешь. 5 правильных ответов. Спасибо. Команда Аллегро. Смехом радости помешаешь. Грузами не поможешь. Да. Для врага всего жаль. Для друга ничего не жалко. Новый враг хуже старых двух. Старый друг лучше. Новый. Ненависть кончается с ушей. Любовь начинает с глаз. Да. Смерть гладит замком. Рождение. Жизнь бьет ключом. Спасибо. 5 правильных ответов. Команда Талис. В свое тело залезешь. Чужую душу. Да, в чужую душу не залезешь. Стройного рождения испортит. Смерть не исправит. Горбатого могила. Что не умирает, то не родится. Что не рождается, то не умирает. С ног хлеб едят. С головы. С лица. Лица воду не пьют. Каждому чужой край горек. Совершенно правильно. 5 правильных ответов. Спасибо большое. Слово жюри. Ну что ж, уважаемые игроки, темп нашей интеллектуальной игры задали вы очень такой импульсивный.
быстрый. А самое главное, что все ваши ответы, ответы на вопросы многоуважаемой Татьяны Александровны, были просто блестящие. Во-первых, очень быстро ответили, и главное, правильно. И все одинаково команды держатся, и Шанс, и Виктория, и Аллегра, и Талисман получают максимальное количество баллов 10. Поздравляем вас, молодцы! Играем в том же духе. А сейчас мы с вами играем конкурс анекдотов. Закончите анекдот. Послушай, мамочка, я почти забыла свои ощущения от перелета. Ну, доченька, ты ведь никогда еще не летала. Как не летала? Ты же сама говорила, что меня... Принес аист. Спасибо. Закончите анекдот. Мой парень просто наглец. Представь себе, когда ему сказала, что не хочу его видеть, он взял и выключил. Светка. Спасибо. Закончите анекдот. В стакане с водкой оптимист видит 40% спирта, а пессимист 60% воды. Спасибо. Закончите анекдот. Наполеон сошел с ума, когда узнал, что он... Ну, что у нас называется Наполеоном? Торт. Спасибо. Слово жюри. Как говорится, смех продлевает жизнь. Но только тем, у кого есть чувство юмора. У всех команд отличное чувство юмора. И итоги конкурса анекдота следующие. Все команды получают по 3 балла. И итоги первого тура. Команда «Шанс», команда «Виктория», команда «Аллегра» и команда «Талисман» получает по 23 балла. А сейчас у нас один из самых серьезных конкурсов. Это конкурс вопросов «Что, где, когда». Одному из найденных скелетов динозавра за необычно большую для динозавра этот орган дали имя заглавного героя итальянского сказочника. В каких случаях орган этого персонажа изменялся в размерах? Когда он брал. Да, речь идет о Пиноккио. Спасибо. Когда зритель смотрит на эту скульптуру, ему кажется, что он слышит хруст костей несчастного семейства. Назовите имя отца этого семейства. Лагаон. Да, это правильный ответ. Мама купила малышу игрушку, которую сначала назвали Эдвард. Под каким именем весь мир вскоре узнал эту игрушку благодаря отцу мальчика? Винни. Да, Винни-Пух. Спасибо. И ваш вопрос. В 1281 году внук Чингисхана Кубилай решил покорить Японию. Для этого он из 10 тысяч своих судов построил мост через Корейский залив, по которому ринулась его конница. Но тут внезапно налетел тайфун и мгновенно уничтожил мост. Какое название дали этому тайфуну благодарные японцы? Камикадзе. Да, божественный ветер. Спасибо. Слово жюри. Шановні гравці, ви відповідаєте так швидко, що ми не встигаємо підбивати ваші бали. І дійсно ви показуєте нестандартне, неординарне, яскраве і креативне мислення. Тому і результати на лиці, на вашому і на нашому. Кожна команда отримує по 3 бали. Загадкой вдали. И не вернуться нам в жаркое лето, там, где, казалось, мы счастье нашли. Время забытых
печальных мелодий. Клавиш не слышно, коснется рука сладким дыханием навстречу свободе, и разливается темною ночью тоска, и не осталось любви ни глотка, и не осталось любви ни глотка, только при встрече я замираю. Только при встрече я взгляд опущу, вновь не замечу, словно не знаю, вновь не замечу и мимо пройду. И дрожью легкой так нежно, словно бы ищет предлог или шанс. Это любовь и надежда, только все в прошлом для нас. Жаром объятий лишь танго пылает, брошенный взгляд, поворот головы, словно бы в пропасть безумья толкая, наша последняя фраза любви. Осень забудет о встречах случайных, серою шалью в тумане дожди. Расставанья последняя тайна, мы разминулись и мимо прошли. Наши шаги словно эхо любви, наши шаги словно эхо любви. Только при встрече замираю, только при встрече я взгляд опущу, вновь не замечу, словно не знаю, вновь не замечу и мимо пройду. И дрожью легкой так нежно, словно бы ищет предлог или шанс. Это любовь и надежда, только все в прошлом для нас. Ищет предлог или шанс. Это любовь и надежда, только все в прошлом для нас.
сейчас у нас с вами конкурс болельщиков. Первые начинают болельщики команды «Шанс». Закончите отрывок из творчества Дудина. С безумной мысли взятки гладки, она куда быстрее, чем свет, неразрешимые загадки плодит и требует ответ. Да? Закончите анекдот. Целый месяц принимала очередную БАД и никакого толка. Интересно, а как расшифровывается эта аббревиатура? Бездарно ассигнованный БАД. Что бездарно потрачено? Деньги. Деньги, правильно. Закончите мысль Тацита. Насмешки оставляют в душе смертельные уколы, когда они основаны на чистой... Правде. Спасибо. Три правильных ответа. Закончите четверостишие Игоря Губермана. Бесцветен, благонравен и безлик. Я спрятан в скорлупу своей типичности. Безликость есть отсутствие улик. Опасного наличия в нас личности. Да. Закончите анекдот. В прошлом году один хирург изменил мне форму носа. Он застал меня со своей... Ну, что он его побил? Застал со своей... Физиономией. В своей спальне с кем застать можно? Вас. Отражением. Ну, пришел домой и застал чужого человека со своей... Женой. Женой. Закончите мысль Мэре. Душа может считать себя щедрой, если ей приятнее давать, чем... Чем брать. Да, спасибо большое. Получается. Болельщики команды Аллегро. Закончите отрывок из творчества Рансара. Ах, если б смерть могли купить, а дни продлить мы златом, то был бы смысл и жизнь убить на то, чтоб сделаться... Богатым. Богатым. Закончите анекдот. Производители водки и сигарет предупреждают. Минздрав просто... Шутит. Предупреждает. Но он каков? Но они говорят, курение, тра-та-та для вашего здоровья. Опасно. Опасен, опасен. Минздрав. Угу. Просто опасен. Закончите мысль Янковского. Будешь искать деньги там, где не потерял, потеряешь еще и свое... Время. Время. Спасибо большое. И у меня остается последняя команда. Закончите четверостишие Эдуарда Севруса. Подогревать не стоит страсти, игру и воображение. Есть смысл переживать напасти в порядке? Постижение. Ну, поступление. Да. Поступление. Закончите анекдот. Никто так хорошо не удаляет из висковый налет въевшуюся грязь, как собирающиеся приехать... Гости. Да. Гости. Закончите мысль раса. Найден кошелек с деньгами, так что можете уже не... Не искать. Да, не искать. Спасибо большое. Все команды дали правильные ответы. Слово нашему жюри. Игра настолько быстро протекает, что мы действительно не успеваем следить за процессом. Ну что ж, замечательные наши игроки, как хорошо, что в жизни есть поддержка. Поддержка друзей, да, родное плечо. И сегодня ваши болельщики это доказали. И доказали все просто на отлично, на 9 баллов. Вам, всем четырем командам, ваши болельщики принесли по 9 баллов. Спасибо. Вот, а сейчас мы приступаем к конкурсу, который в каждой нашей передаче носит Женечкино имя. Мы этот конкурс в свое время с ней придумывали, когда она была жива и сидела в жюри. Именно Женя проводила этот конкурс и писала для него вопросы. Значит, ваши ставки, господа, на маленьком листике от 1 до 4. После того, как команды сдают ставки, мы будем играть вопрос. Вопрос играется не на скорость. А сейчас, внимание, вопрос. Директор Лувра хвастался тем, что легче украсть у Франции собор Парижской Богоматери, чем у него эту картину. Ее похитителю дали всего год тюрьмы, так как он объяснил свой поступок желанием вернуть шедевр народу автора картины. А в какую страну, согласно его замыслу, она должна была попасть? В какую страну она должна была попасть? Попасть. Время. Что вы хотите, игроки такого?
уровня с дураками в команде не играют. Не говори, конечно. Это элита клуба. Шесть красных чемпион области, по что, где, когда они играют с идиотами. По определению. Уже готовы. Готовы. Остальные ракет. Написали? Давайте. И, внимание, правильный ответ, который дали все команды, Виталию. Речь идет о Джоконде. Вот, а сейчас слово нашему жюри, оно скажет результаты. Значит, в этом конкурсе все команды оценили свои знания, умения, навыки от 1 до 4 баллов. Итоги следующие. Команда «Шанс», команда «Виктория», команда «Аллегра» и команда «Талисман» получают по 4 балла. Общий счет двух туров. Все 4 команды «Шанс», «Виктория», «Аллегра», «Талисман» получают по 39 баллов. Так, а «Сектор риска», я так понимаю, играется по часовой стрелке? Да. Тогда «Шанс» начинает. Называйте цифру 1, 2, 3, 4. А это цена вопроса? Нет. Нет. Это номер. Номер вопроса? Номер вопроса. Да. Ну, 4. 4. Этот актер убил, желая прославиться. Он сказал, что если бы не смог достать намеченную жертву, то убил бы Элизабет Тейлор. А кто погиб от его руки? Господи, как ее звали-то? Фильм, который убил его актрису с модным режиссером. Как ее звали? Да нет, это очень знаменитый человек, очень знаменитый музыкант. Джон Лен. Да, Джон Леннон. Да, спасибо. А я думал... Что, господа, 1, 2, 3? 2, 3, что? 3. 3. В штате Айдахо одна из компаний за небольшую плату предоставляет доступ в комнату, заполненную старыми дисками, мониторами, отслужившими свой век принтерами. И так далее. От чего пытаются избавиться посетители этой комнаты? От страха компьютера, не знаю. От... Смотри, там хлам. Разбить его хотят. От стресса. Правильно, от стресса. Вот так они снимают стресс. Все разбивают, им становится легче. Ну что, 1, 2. Два. Не будем нарушать. Давайте. Вот интересно, что выбрали музыкальный вопрос. Заголовок журнальной статьи, посвященной одному из видов насекомых, звучит так. «Очень черная она». Какой она была в названии оперетты Легара? Летучая. Какой она была? «Очень черная она». Один из видов насекомых. Веселая вдова. Правильно, веселая вдова. Молодец. Команде достался вопрос, тянуть уже не надо. Какой жутковатой особенностью отличается книга «Убийство в красном свете», посвященная казненному английскому убийце Уильяму Кордеру? С чего она изготовлена? Из кожи. Да, совершенно правильно, из его собственной кожи. Да. Спасибо команде. И слово жюри. Дорогі друзі, шановні учасники, тут, звичайно, буде банальною фраза «Хто не ризикує, той не п'є шампанське», тому що ви йшли на це питання виважено, зважено, усвідомлено і всі отримали по 7 додаткових балів. Тому і результат ваш, ну просто класичний. У всіх однаковий. У всіх 46 балів. У всіх команд.
Сьогодні всі команди, всі чотири команди – Шанс, Вікторія, Алегра, Талісман – вони всі неперевершені, вони всі переможці. Ми вітаємо вас цим блискучим званням. І ви дійсно підтвердили, що ви – еліта інтелекту. Браво! І ми вас всіх щиро-щиро вітаємо з цим званням. Бажаємо вам всім здоров'я, щастя, успіху, натхнення, любові, а саме найголовне – миру на нашій незалежній Україні. Дякуємо вам за вашу блискучу гру. І я не кажу прощавайте, а я кажу до побачення, до нових зустрічей на телеканалі «Миколаїв» на інтелектуальній грі «Інтелектуальне асорті». Там, де гори, моря і полонини, де привітні живуть люди всі, знаю я, ти не вмреш, Україно, будеш жити ще довгі роки. Україно моя, це родина, Україно моя, це мій край, де родився колись я і виріс, щоб був мир на землі, Боже, дай. Я пишаюсь тобою, рідненька, ти найкраща у світі земля. Де б не був, я завжди пам'ятаю, ти у мене у серці щодня. Україно моя, це родина, Україно моя, це мій край, де родився колись я і виріс, щоб був мир на землі, Боже, дай. Україно моя, це родина, Україно моя, це мій край, де родився колись я і виріс, щоб був мир на землі, Боже, дай. Україно моя, це родина, Україно моя, це мій край, де родився колись я і виріс, щоб був мир на землі, Боже, дай. Україно моя, це родина, Україно моя, це мій край, де родився колись я і виріс, щоб був мир на землі, Боже, дай, щоб був мир на землі, Боже, дай.